Hello. Маргарита, угадай, кто к тебе приехал? Баба Катя, Настя, Дед Мороз? Нет, no. Клуша. Смотри, вон она под окошком стоит. Марго, я здесь, я уже приехала. Сейчас доиграю и открою. What? Вообще-то мне холодно. Марго, это невежливо. Ой, что это я? Сейчас открою. Окей. Ага, уже бегу, бегу. А почему ты решила приехать, а когда ты едешь? Вообще-то это невежливо. Ой, что это я? Как доехала? Проходи, отдыхай. Спасибо. Присаживайся. Ань, привет, ну рассказывай. Вообще-то я думала, она со мной поговорит. Ой, точно. Ань, я тебе потом перезвоню, ко мне сестра приехала. Окей. Ну рассказывай, Куша, что новенького? Ой, хорошо, что ты спросила. Мы купили корову, козу Светкой назвали. Вот, еще кроликам клетки новые построили. Тебе что, неинтересно? Ой, прости, некультурно зевать, когда человек рассказывает. Ой, Клуша, чувствую себя как дома. Может, туалет или душ? Мне и то, и другое. Полотенце. Спасибо. А то вдруг гостю спросить неудобно. Спинку не потрете? Какая красивая куколка! Не трогай! А книжечку можно почитать? Нельзя! Ну и ладно, я все равно не все буквы знаю. Нет, это не гостеприимно. Клуша, можешь брать мои игрушки и книги. Спасибо, я аккуратно! Сори. Вообще-то я тоже кусать хочу. Ой, это же невежливо. Клуша, угощайся. Спасибо, я очень голодная. Спокойной ночи, Клуша. А я где буду спать? Ну я не знаю, может на полу. Как-то не очень гостеприимно. Клуш, извини, пойдем я постелю тебя в гостиной. Девочки, как ваши дела? Марго была гостеприимной? Да, я поняла, что значит быть гостеприимной.